Это просто беспредел, это бесчеловечно, это низко, это подло, это трусливо. Они фигачат куда угодно, вот просто, я не знаю. В этом нету ни логики, ну, с военной точки зрения, ни... Ну, это что-то извращенное. Ну, с таким лидером не мудрено, да. Вы не можете нас победить в открытом бою, да? И вы начинаете уничтожать наши дома, наши семьи, нашу инфраструктуру, садики и все остальное, чтобы запугать. Да хер там, вы сделаете нас только сильнее и злее. Мирные жители, которые просто, мирные уже в кавычках, да, производят просто чудеса, блин, доблести, смелости и такой, как бы сказал, такой украинского такого куража. Да, мы не боимся ни черта, мы готовы вашу колонну остановить, а потом вечером мы закидаем вас бутылками, да, потом мы вам порежем колеса, а потом мы позвоним нашим ребятам, а они наведут сюда беспилотник, и пока вы здесь будете стоять, арта вас отработает. Мы сейчас работаем дистанционно и очень качественно. Они там закопались, замерзли и все остальное. Работают птички, работает артиллерия, работают рады, вычисляют их место скопления.